Поехали прощаться, пока. Идите красочку. Блять, убьете, убью вас. Мама. Когда ты в контроле. О, не даже. Причем не я, а лучше. А там в любом случае выходишь, то луч попадает. На чувака будет авария или зайдет на пауэр? Делаешь? Не, я напал, не пойду, тут хуйню исполняют на первой фазе, пизду. Бегать немного надо. Не, по сути, тебе нужно просто... Это не совсем так. Мы охуенно проводили первую фазу, когда подрывали по несколько кадров. Потом придумали какую-то хуйню полную. Нормально, хуйня, чуть начну. Урона нету по рейду, хилы не потеют, блядь, дамагеры. А ты обиделся, что хуйню придумали, то что ты 0 ДПС даешь? Да я не обиделся, просто, блядь, взяли вчера в танк, спекнули, блядь, стоя, спекнули в ретрика, блядь, стоя ФК. Ну и нахуй там вообще находиться на этой первой фазе. Смотри, нас вдвоем. А ты можешь вообще от босса не отбирать, на самом деле. Ты стоят там справа или слева босса, допустим, да, и от босса бежать просто стоят, туннелить постоянно. Даже если под тобой перо появится, ты бежал на другую сторону. Если бы ты мне во вторник дал зайти хантом, я бы уже мог заходить там сюда и делать что-то полезное, а не вот слакать за милика. Ну, ты не с паладином, не варом, блядь, то же самое, что у меня, блядь, это. У меня у ханта уже 2-5, он не хуже вара. А ты 5 там, этот. Да, у Люлей еще 5 тут. Нонсеты, блядь, хуёвые. Нет, не так. Пианист, пианист, пианист. Там только посох и арбалет хуёвый, а так там нормально всё. Тринкеты хуёвые. Нихуя это не так, у меня сплетение и этот, зов. Я же говорю, хуёвые. Охуенные, ты не шаришь. Чешку надо, гер, блядь. Видишь, нужно. Говорят. Мне ждать или нет, Лёш? Ты мне кинешь спать? Плюс один не там. Ты по плюс один ставишь, и автоинвайт работает. А он вылетел. А, блять, я просто отошел курнуть по миру. Сейчас подойду, блин. 2 минуты. Пока что настраивайся там на этом, на ротацию. Да, да, да. На ДПС. Меня вы вчера осенили, мне хватило. Бухгалтер на работе, я звоню, спрашиваю, что у меня денег отняли, блять, за сверхурочные. Ну там по расписанию, по графику, там у вас так вот. Я говорю, так, блять, мы зарплату выдаем по факту или как у нас по графику идет. Ну не знаю, это надо подумать, позвоните завтра. Вольт, ты списал ДБМ адмирала? Блять. Я не знаю, он тут? Да, сам... Не, его тут... Короче, в ДБМ, ОКХМ, последний файл. Вот этот, 794 килобайта, который есть. И что там? Короче, ты его скачиваешь, ставишь себе, все остальные отключают ДБМ полностью. Да нет, он там показал, галочку надо убрать. Смотрите, последнее он скинул. Просто галочку убрать и все. Так, сейчас, давай. ДБМ на ОКХМ, там есть скрин, посмотрите его. Видите, вот есть во флудилке скрин, во флудилке скрин. Настройки, общие спам и фильтры, фильтрация предупреждения других ДБМ. Вон, адмирал кидал скрин в этом, во флудилке. Как оно анонсит, блядь, вот объявление рейду, идет анонс.
Падение пламени. 5, 4, 3, 2, 1. Перья бегите. Вот перья бегите, это как раз надо перебегать. Крик через 2 секунды. Отвернитесь. Вот то же самое, блядь. Анонс, блядь, по центру экрана. Вам будет проще крик даже отслеживать. Лёха, те, кто в крик не попадают и всякой херни не издыхает, им что-то не надо, да? Я про себя намекаю. Я на лучший случай поставьте. Даже я могу где-то заслакать. Он там показал, убрать галочку или поставить галочку. Убрать. Убрать. Где во флудилке там? Да не во флудилке. Написано ДБМ, ОКХМ. Залазите туда. Я его специально просила, чтобы он скинул скрин. Он скинул. Не вижу такой вкладки. Что делать? Отключи ДБМ просто, да еще. Вот, мне без ДБМ. Хорошая идея, мне понравилась. Ну, типа, отключите просто ДБМ и все. Типа, выйдите с мира. Кто пати дает, что-то я не могу понять. Япончик улетает. У всех должно быть. Че с япончиком? Хуй знает. Здесь я говорю, я просто релокался. Я уже... Дайте мне помощь. Дайте мне. Сейчас я подсажу. На, забирай. Это значит, скрин, что должно быть у всех игроков, кроме того, у кого включен ДБМ, правильно? Да. Угу. Так, все, я здесь. Да... Короче, устаните. Я все, можете япончика рисовать, Наташа. Получается, где фильтрация предупреждения о других ДБМ, галочка должна стоять, правильно? Убрать. Адмирал, оказывается, просто не добавил туда актива и резидент. Короче, сейчас, ну, вечером мы немножко по-другому все делали. Сейчас вы поймете, мы тоже это будем делать только сейчас. Это все. Такс. Че, нямку тоже спекаю в Лема, да? Или нет? Да, это как на мече ты хотел 8 локов, да? Ты так же здесь хочешь? Так, всех Лемов в одну группу, короче. Чтобы что? Так, кстати, насчет Элемов. У нас тут дохер еще шаманов, можно теперь определить, когда кто к тотему ковски. Вообще-то мы в прошлый раз это еще определили. Ебать, ты его только вспомнил. Какой ты у нас прям, блядь, нет, замечательный. На вторую, блядь, фазу, старик, заткнись. На второй фразе я не был, я не ебу чату. На второй фазе надо по очереди. Вот смотрите, да? Вот а как мы по третьей группе идем. Женек, вот смотри. Появляются... Там та же самая херня, по сути, как на первой. То есть там тоже будут эти перья падать, также будут лемы появляться. Ты... Давайте, вот как мы по группе идем, ты первый ставишь. Может, заканчивается ты меня присмотришь, я тоже бы посмотрела. Лёха, да, ассистишь? Ой, ну. Как он здесь? Женёк никогда не был на второй фазе. Так, короче, тихо, по второй фазе. Коват, вот первая слева, дракон, вторая слева. Вас хилит. Короче, становятся шторы и Денчик. Вы вдвоем становитесь здесь, типа. Шторы сопрот выпей обязательно. И Денчик тоже. Встаете между платформ, хилите Драгонсона и Ковата. Должны прохиливать при любых обстоятельствах. Дальше япончик, нямка пока тут, вы на рейде остаетесь. То есть, грубо говоря, нямка, смотри, выходишь. На себя звездочку ставлю. Я, наверное, одного танка забыл, да? Ну да. Раз, два, три. Ты, походу, четвертый там. Блатаура у нас есть. Никитос, что, мой маме? Проня, вы маме, по-моему. Проня, да? То есть я на пало сейчас захожу. Такс. Короче, нямка, становишься вот сюда, в звездочку. Будешь хилить меня на второй платформе. На первой платформе будет Войд. Войд ты на первой платформе. Если что, и стан можешь дать по мобам.
И ШВшку, если что, сможешь дать, то будет проще. По диспелу, по рейду Энджи будешь диспелить на второй фазе. На первой фазе будет диспелить шторы. В принципе, все понятно, да? Этот весь рейд сбивается в одну точку. На проню дам... Ой, на проню говорю, на прочту дам ассиста. Поставить на себя звездочку, все сбегаете, стоите в одной метке, херачите. Потом перебежали, херачите, перебежали, следите 10 адов. Потом, блядь, дальше добиваете первого, и все будет заебись. Пошел я на паладину, короче. Полдаран, там будет следить. Кирс, я правильно понял, мы на первой фазе такую же очередность соблюдаем, как ты продиктовал на второй. Да, так, можно так же. Старам, Кембридж, выйдите. У нас, в принципе, дайте, смотри, 5 шаманов, да. Мы можем элемов на второй фазе вообще на месте держать. У нас как раз 3 секунды корни и 15 секунд откат тотема. Мы можем просто тупо всех элемов в одной точке держать. Ты очередно спродиктовал, пусть каждый элем нахуй подстраивается, ебать, под эти секунды. Я-то чё, я не против. Это, если я начинаю... Тихо. Сейчас этот, по поводу слива адов. Лага, ты вообще не свечаешься. Дальше этот, свечается в адов. 4 элема, 3 фрост мага, плюс демон лок. Еще раз, что-то я не понял. Кого свечится, как-то все запуталось. Является, вы в адов свечите. 3 фрост мага, демон лок. Плюс свободные танки. И алемы, естественно. Это на первом. Все остальные туннелят боссов. Дайте спать на паладин. Леха, у меня свет рубанул. Да хуенин. Да хули я сделал? Погода такая. Свет везде вырубил. Окей, вырубила, да вырубила, сумоньте. Полин, ты слышала, ты третье оковы ставишь? Да вы так разговариваете? Нет, конечно, не слышала. Теперь да. Короче, я в группу написал. Я знаю, первые мобы ебанул я оковы, потом Кирс, потом так, ты, кстати, потом Женёк. Драгонс, он тебя вырубил, себя, да? На второй фазе то же самое, что на первой очередной. Да, ассиста на паладина. Ну, очень шумные ребята. Япончик, дай ассист на паладина быстрее. Да тут потому что очко, тут, блядь, с элемами пытаешься договориться ротацию, закрывать ебало Лёха, блядь, и мне похуй, я могу вообще ничего не делать. Просто дамаг. Драгонсон вылетел, или у кого всё это? Драгонсон вылетел. Окей. Тогда этот... Ком танк лучше, у Тимыча или Медведой же? Заодно подиспелит. Тимбыч. Тимбыч, Тимбыч, танка. Танка, с ума не Тимбыч. На первой фазе ты диспелишь всю хуетень. Стоишь под боссом и просто диспелишь все. Так, Вага, ты у нас единственный милик. Ты у нас единственный милик. Можешь стоять, туннелить босса вообще. Только отбегать. Ну, серьезно? Ну ладно, я напал, пошел. Ну, можешь идти на пало, без разницы. Можешь стоять, просто туннелить. Без разницы, на ком ты. Так, дальше этот. Там один моб будет от него, да. Похуй вообще. Так, смотрите, по поводу тактики на первой фазе, как мы будем делать. Стоим все звездочки. Стоим все звездочки. Летят перья, перебежали в печеньку. Стоим в печеньке, летят перья, перебежали в ромбе. Появились мобы, слили, дальше туннелем босса. Этот, летят перья, перебежали в печеньку. Летят перья, перебежали звездочку. То есть мы на месте будем стоять, мы не будем двигаться хуй пойми куда и тому подобное. Ты их не слишком близко поставил? Нормально, там примерно будете перебегать. То есть... Ромбик далеко от круга поставил. Да, нормально, сойдет, там сами посмотрите, все кучнее останется просто, и все будет заебись. Смоните лагу. Топ-фласки пьем? Да. Дайте скарпик, пожалуйста.
Так, а и вот, твоя основная задача, когда появляются мобы, дать по им АОЕ стан. Угу. Чтобы они остались на месте, чтобы три фростмага смогли их это... Фарада, мяки там расскажи по поводу лучей, как лучше резист вчера рассказал сегодня. Так, мы с Каватом на боссе, так что это... Тимыч на дисплее, а Войт на станах, плюс там по трэшу работаешь. Я вкратце расскажу. Тимбыч спрашивал, да, я сейчас объясню. Тимбыч, на рейде будет появляться порча или какая-то хуета. Ты сидишь на рейде и диспелишь эту парашу мгновенно. Она замедляет каст, блядь, и с последующими своими эффектами. Когда будет вторая фаза, ты бежишь на вторую платформу слева. И там танчишь мелкого. Там ничего сложного, там увидел, блядь. Тимбыч, в первую очередь, лайка на килл. Это фласки на ДД пить? Да, фласки на ДД. Хилы, танки на саппорт. Все остальные на ДД. Хилбот охуенный тем. Давай тогда касочки, я прота завешу. Че, стали все в одну точку, даю проверку на готовность на рыбу. Гера с пула будет? Да, мы дадим Геру с пула. Мы посчитали, что вторую... Я оставил. Я вижу. Мы посчитали, что вторую Геру лучше приберечь на второго мелкого. Это... Шамана нету, короче, ДК в рейде. Ставьте все на ловкость, потому что мы будем ставить корни, у всех будет сбиваться тотем. Я и на, то, на мили тотем кому-нибудь вхуярит. Я тоже поставлю на мили тотем. У нас есть Эршам, которого ничего сбиваться не будет. Мяка готов? Пенист, еще раз уточню. На первой фазе вот мы перебегаем по меткам. На второй фазе задача демонологов. Кого свичится, что я запутался уже с концами. Трэш, блядь. Появился трэш, значит ты свичаешься в трэш. Если трэша нет, то бьешь того, кого все бьют. Все, понял. Инферналов в трэшке, да, и... Ты инферналов просто в трэшке, да, что они дохуя урон наносят. Еще раз по танкам, слева направо. Я первый, а дальше кто? Второй Тимыч, третий я, на первый Войд. Так, Леш, я вернулся. Лучше все, все здесь, все готово. Стали все, кучно стоим, блядь. Только не вперед никто не убегает. Все стоят кучно, звезды. Я буду анонсить, когда перебегать. Все, Кават по готовности. 3, 2, 1, гуляй. Ладно, топор. Минус припод. Похер, Еру даем. Не надо разворачивать, не надо, боком поставь. У нас один миль. Чтобы тебя хилы всегда доставались. Каст пошел. Прибежали. Лол, ебануться. А что это такое? Ложить. А что, они больше стали лужи, что ли? Смотри. Нет, нет, смотри, они все в середине лужи лежат. А как так? Ну, как у вас что, посередину экрана не носит вообще? У меня носит. Смотри, на краю лужи лежу, вот смотри. Вы учитываете... Ну, смотрите, как лужа лежит, она ровненько лежит, все лужи ровненько. Можно объясню один момент такой, вот смотрите, вот когда... Смотрите, где старик лежит, вот смотрите это, еще это раз. Понятно, смотрите, я объясню, почему так получилось. Вот когда босс вот здесь, в РНЖ, чтобы РДД доставали бить, перья вот эти летят одну десятую секунду, ну может там, блять, одну-две десятых секунды, очень быстро, то есть ни секунду они летят, ни две, ни три, как на второй фазе они летят, блять, сверху самого с потолка, они летят до вас... 2 секунды, то есть там реально, блять, можно бегать кругами. А здесь так не получится. Поэтому ДБМу, если смотреть, они уже вылетели с босса, у вас 1 десятая секунды, так хуй кто успеет выпрыгнуть. Вы смотрите сами. Конец коста. Вы же вроде делали это. Конец коста. Вот у него 5 секундный каст, на конце коста он вылетает вот эти перья. Нужно. Ты, кстати, босса ставь на максимальный рейндж от РДД зоны. Я понял, просто не подводите и как. Еще раз тебе говорю, я умер внутри рейда.
Ты, если не видел, где мой труп лежит? Тот рейд, который перебежал на край и не сдох, я сдох рядом с ними. Прям в них, вот так я тебе скажу. Все ставлю, это сейчас привыкну. Ну, в старика там раз, два, три. Ну, босса три, немножко дальше отведем, больше будет, блядь, времени вам перебегать. Вот каст рейнджер ДД докуда достает? Вот сейчас я подойду, докуда каст рейнджер достает? До меня достает, вот до сюда, если я буду стоять. Грубо говоря, босс будет. Денчик, коли этот, сколько у тебя свет небес? Рейндж. Вот расстояние вот, босса да. До меня, это... Сейчас тебе скажу, сколько. Сорок? 36 метров. Вот здесь, короче, босс должен стоять, вот. Ну, получается, как там достаю и просто стою дальше. Ну, вот сейчас я поставлю. Нахуя метки убрали? Нахуя убрали метки? Они, по-моему, каждый трай, когда, ну, падает рейд, убираются сами. Нет, не ошибаюсь. Они только что убрали. Не знаю. Это кто-то убрал, да? Угу. Я не трогал. Тоже не трогал. Значит, сами убираются. Это принципиально кто-то убрал, еще раз тебе говорю. Ну, блядь, ну смысл? Блядь, потому что они стояли, а потом поочередно убирались. Угу. Дай проверку. Рони, готов? Чего не хватает? Инту дайте. Все, инта есть. По готовности поехал. Достаете? Вижу, подведи. Да, достают. Ну вот, можно было не подводить. На расстоянии там. Да, там больше. Каст пошел. Перебежали. О, другое дело. Кучнее все стойте. Ближе к краю лужи. Ближе к краю лужи все встают. Тимочки, видишь, где стоит? Каст пошел. Перебежали. Ага, подойди ближе, чтобы тебя прохилили. Стань возле нас. Моба. Босса. Там мама в добейте, чуть осталось. Раз пошел. Перебежали. Два можете оставить. Ты перебежать не можешь? Этот, к краю ложи становитесь, там все. Кто там? Куда рейд пошел? Нафиг он вправо пошел? А куда? Ну, лево. Ну да. Все должны в одном месте. Я сказал же, бегайте. Лево, право, лево, право. Кто-то будет его резать? Раз нашел. Перебежали. Пока тут резай разделено. Мап. Под боссом похуй. Трошачок. Ну это там станы не забывай, давай. Uh-huh.
каст пошел. Прибежали. Вот кучку эту добейте, баните что-то. Че вы бежите в другую сторону, Денчик, блядь? Ну вы конченые, блядь, парада, брони, че проблема? Вы, блядь, можете одним кемпом бегать? Лево-право, лево-право. Трэш, трэш, трэш. У них понты хп осталось. Как взрывается. Похуй, блядь, все плавы. Так. Каст пошел. Перебежали. Меня слышно? Да. Да. У меня тут повисло все. Поехали, трэш. Заебись. Лишним шторы. Троню подними. Лёва. Где стан? Красный, этого еще мобы. Прибежали. О, опять. Что хилам тут надо хилить так, чтобы сдохнуть? Ложить. Ложитесь, ложитесь. Вы, блядь, перебегать не можете или что? Сложно? Там времени, я ебал просто, перебежали. Вы стоите, докастовываете. Они не в одной куче еще стоят. Посмотрел уже друг на друга. Кирс, ты после меня оковы даешь? Кирс. Алло, гараж, Женек, а ты вообще даешь? Полина. Я даю. Но я не вначале, я где-то... Я третье отдаю. И хрен знает, вчера сейчас, вечером трэш сливался лучше, тихо. Чем... Урон по адам, линканите мне, кто Беладов вообще и сколько урона. Есть? Так, Кирс 5, Резист 6, Старик 4, 8, Женек 4, 3. Мяка 4.6, Фарада 4.4, Торт 3.9, Вага, только босс, так, Алар, Локи. Все остальные боссы, да? Нет, Локи 2.4, МЗР 118 тысяч, Никитос, только босс, Ростя, только босс, Неликс, только босс, Энги 700 тысяч. Резелина 500 тысяч. Броня, лям. Короче, били только лямы, получается, и фростмаги, да? Да. Ну, Локи охуенно набил, 2400. Вставайте. Там подбавить, как бы, было бы вообще неплохо. Потому что, ну, чем быстрее сольешь, тем, блять, проще. Ну, если бы никто не дох, они бы и сливались. Согласен. Проблем по них не было бы. Да люди, блин, что-то убежали вправо, разделились, короче, хрен пойми, чего происходит. Нахуя вы бегать, вам уже сказали, стоите в печеньке, прибежали в ромбик, блядь. Потом с ромбика перебежали в квадрат, квадрата в ромбик, блядь, с ромбика в печеньку. И так не, они... Попрошу заметить, те люди, которые уебали вправо дальше и не попали под огонь, они перебежали лужу и стали в общую этот, массу. А те люди, которые изначально затупили, они затупили. Да зачем бегать со всем рейдом, блядь, кучно? Ну затупил народ, но он не сдох, Он перебежал назад и встал в рейд. Ладно, дай проверку. Еще пару пунктов. Пока они бегут, старик, минус ДПС. Неважно, но это лучше, чем ты мертвый. Это тоже. Япончик, Кирс. Мяко. Сейчас все так и делать будут, раз ты их подвечешаешь. Верс. Кир здесь. Ч?
еще раз. Где Керс? В 10 есть. Япончик. Пришел. Япончик. Тоже пришел. Все, стали все в точку. Все стали в точку. Одну, блять, метку стали. Погнали, давай. Чего стоите наперед, старик и сова? Не достать. Вижу. Так, нормально. Раз пошел. Пробежали. Влагу не достал. Повернем босса вот так, и Вага пускай как раз ты тут со стороны рейда бьет. Да, вот. Каст пошел. Перебежали. Забираю. Моба. Раз пошел. Перебежали. Все, два оставьте. Босса хуярить. Под боссом уже осторожно. Вага, где просить? Звезду кучнее встань. Может поближе к луже? Забери босс. Кстати, не скинули. Сейчас, секунду. Раз пошел. Перебежали. Развернулись, ады. Опять вправо побежим. Каст пошел. Прибежали. Хуёво вообще было. Кучно стойте все, блять, в одной точке. Кого-то хил. Забираю босса. Каст пошел. Перебежали. Ады. Темня. Раз пошел. Оставьте одного. Босса хуярьте, туда-нибудь. Кирсу по. Встать есть. Звезду встаньте, звезду. Захил его. Даф по нему дайте. Если есть свободный инер, дайте денечку. И япончику. Каст пошел. Перебежали.
видно, как флаг эти моба. Активнее падает. Раз нашел. Прибежали. Много идет ад. Моба. Чё, блять, лоу хпшных нельзя дохуярить, что ли, блять? Вы же понимаете, что это вайп. Или не понимаете, блять? Вы же видите хп мобов. Вы же должны это понимать себе, блять. Лоу хпшных, три моба, захуярьте. Один, у которого 20%, пускай идет себе, блять. Киньте какое-то говно, блять, в эту хуйню, а не зальется за секунду. Обращайте внимание, блять, это же вайп, блять, был сейчас. Мне больше интересно, как меня накрыло с учетом того, что я лежал в первой половине рейда. Спину ударяет уже. Пин. Тебе кажется, что так, а, блять, на самом деле ты нихуя не перебил. Ну вот я даже когда крестом встал, я ровно в середине стоял рейд. Прометку плюс-плюс. Сколько по таймерам? Сколько до берсы там оставалось? Успеваем или нет? Чё-то не заметил. Просто успеваем или нет? Я без ДБМа. Сейчас я перезайду, там, блядь, око встал, блядь, называется. Из экран загрузки. По одному так и будем умирать. Потому что во фрейме не стоят. Так. Что там еще можно? О, блять, нам бы еще сюда одного комбата. Ебать, руги ни одного, да? Руга там наносит 40, ебать, веровую вчера. Дойду на минуту. Блять, мобов не слит, это печально. Честно. Там заканчивается лужа у Элима. По сути, кто туда может пойти? У нас начинается каст, мы стоим в метке. Туда может кастануть только маги, получается. Там все могут кастануть. Лок может кастануть ливень. Маги я имею могут... в виду замедление. Так, а там не надо было замедлять. Не было там вообще было... ничего. Там дамага надо было 50 тысяч всего. 24 ляма. Ой, у вас 4 лема. Вы можете кто-то попозднее лужу? Просто. Просто что-то какое-то говно туда уешь накинуть. Три человека бы заметили, они смотрели в мозг. Блять, ну идет три моба, они же, блядь, вчера сливали за 2,5 лужи. Хожу. Вчера два комбата было. Я одного спрашиваю сейчас. Да у нас сейчас три фростмага. Че, три фростмага не справляют? Просто подзабили, думали, блядь, заебись будет, хули. Блядь. Стан Войда больше мешает, чем помогает. Потому что он, сука, дает в разные пачки. И хуй знает, в какую ты луч пустишь. Ту, которая будет стоять, или в которую пачку. А в две пачки никак не дашь, Стан. Не такой большой. Поэтому нахуй, Стан. Коника не может дойти пока. Занят. Стан, не давай-ка. Угу. Так, все, зашел. Баффа. Локовский стан, мне кажется, бы
две пачки задевал бы, да? Или нет, по ренджу, вот этот Shadow Fury? Да. Дай проверку. Кирстаем. Падаем. О, все готово. Становимся. Жук. Бля. Да, давай еще так. Ты можешь стоять вообще вот здесь. Тебя лужи выкидают. Каст пошел. Перебежали. Ближе к уже встал. Каст пошел. Перебежали. Рейк, лучше стоишь. Бежали. Все, босс. Забирай. Каст пошел. Перебежали. Мама. Точнее. Пошел. Перебежали. Забираем. Идти мне по боссу. Пошел. Прибежали. Тимыч, ну, ты, блядь, нахуя ты там стоишь, блядь? Стой под бортом, только на тебя лужи не кидаются, блядь. Блин, ё. Зависит, а шторы поднимают. Ладно, пока свободен, все, мелко, вышел, намахнем будет, каст пошел, прибежали. Забираю. Окей. Мартин это пускай, да. Вон 3.16. Нормально, все, все. Коника хорошо. Пишет на пару траев, может. Раз, пошел. Прибежали.
Ады появились быстро, сливаем. Дальше. Мало урона. Где урон по трэшу? Где-то. Помогайте, магия. Перебегай. Перебежали. Вот Локи проебался. Савчик. Ближе к уже станьте. Подними пока тут. Забираю. Наф, Локи, дайте Каспер. Прибежали. Две минуты задержки. Лаба. Быстрее. Давай. Просто больше урона. Уж нет, мама. Прибежали. Забирай. Херачим. 50. Я вижу. Раз пошел, прибежали. Ты пончик. Серьезно? Я пролагал. Залагал, блять, вы заебали, реально. Маска залагал, блядь. Весь пол, блядь, не лагает, а тут не лагал. Может этих будем взрывать, а налить босса? Не сдохнет. Босса бейте. Все боссы. Да хули 9 секунд? Раз. Прибежали. Смотри, сколько. Блять, еще один сдох. Серьезно? Там заранее кто-то бегает, причем так прилично. Корова-то урен какой-то. Са. Сколько процентов? Ну, 1%. 2%. 1% не добили. Ну, короче, побольше ДПСеров, босса какого-то посильнее. Можете линкануть по боссу и по трэшу? То мне скада твой. У Фарада там 13 лямов в трэш, 6,2 в босс. Блять, там это... Так ханты вроде не должны переключаться в трэш проне. Даже я конника вызвал на несколько траев. А то хоть куда его? Я в принципе спросил, он сказал на несколько траев нужно. Кого его запил? Попробуй вместо меня. Ты, бля. Да, трэш на самом деле еще не очень быстро сливается. Попробуй. В прошлый раз ходили, быстрее его сливали. Вместо кого лучше всего ночь? Я если не нужен, то ладно, я послакаю. Вместо прони давайте попробуем. Коник там в первой строчке был. Ну там Фарада нахерачил мощно. Вы сейчас заливаете, да, мобов? Ну, может, и не будет.
Ну, в топ-5 будет точно. Бафы даем. Суманите шкаф, поставь хлопец. Джесси, ставлю кому нужно. А, я еще без лавки. Надо, да, понятно. Пристабав. Ребята, которые, блин, бегают и тупо туннелят босса, блядь. Слабо. Мазур очень слабо. Нелли. Как повезет, когда тебя диспылят. Можете сумануть, пожалуйста, сейчас еще раз? Сейчас тогда следующий нюанс. Шторы, блядь, и тимыч диспылите на первой фазе. И это делайте в мгновение ока. На ханта иди, Мазур. Хули делать? Плести не можешь, на ханте сможешь. Не, если они вдвоем будут диспелить, быстрее будет. Это будет профильнее. И на ханте тебе похуй стоять эти дебафы. Суманите, пожалуйста. Тейкните. Суманите. Сумани, не тейкают. Дайте лап. Все, на позиционку становимся. Резист, япончик. Япончик, резист. Я же написал, что я на био отойду. Бля, ты то залагаешь, то био, блядь. Да нормально начнешь, блядь, травить. Когда сральное ведро поставлю под себя. То лагает, то бьет. Ты что, без него еще? Проверка. Ты что, без ведра, что ли, травишь? Все, все готовы. Давай, что. Раз пошел. Перебежали. Диспел пошел. Диспелите денчика, пока тут этот раз пошел, перебежали, а потом по рейду. Конник, аккуратно. Мобы. Иди побей трешку. Раз пошел. Прибежали. Сейчас приоритет дынчик, а потом дамагеров диспелить. Раз пошел. Прибежали. Вы уже стоите. Маба.
Активнее, активнее. Раз пошел. Прибежали. Видим, да? Тимати, случай, блядь. Стань нахуй в этот. В милизону, блядь. И диспель рейд, блядь. Хули ты с рейдом бегаешь, как долбоёб? Тимоч, ты слышишь вообще, нет? Он в танке, да? Да, блядь, пускай вот тут вот станет, блядь. Диспелит 3. Как? Перебегать не надо, перебежали. А тот поднимаешь. Моба. Забрал босс. Активнее херач. Раз. Прибежали. Активнее, активнее. Раз пошел. Забираю. Сзади. Забрал. Моба. Каст пошел. Прибежал. Танки лужа. Ты будешь выйти. Сейчас заберу чуть парочку. Раз пошел. Перебежала. Дай массакру. Я увидела, кто бежит заранее. Старый, тебе нормально вообще? Да. Это Сокол. Капец. Чем еще поднять лаву? Каст. Прибежали. Блять. Дай берси минута. Там же поднимайте ему чё. Забирай. Блять, вот что тут лужа делает? Вот здесь, вот, блять, откуда она здесь появилась? Тут их две рядом. С другой стороны тоже. Нет. Откуда две лужи в зоне? Третья. Коника забывает выбирать или что? Это ваги. Блять, от ваги три лужи не может быть. Ну, висим вообще, не знаю, я сбегаю. Тимут в танке, блядь. Снят маты, пошел. Значит, коника забывал. Босс. Кучнее. Каст. Пять секунд. Че, вага снова сдох? Коника одну разлил. Блять, вот за вас то, что вы ложитесь, блять, кончено дохнете, блять, не переводим.
Ну, это нормально. Старый, это что было? Что было? Весь рейд стоит, ты похуярил уже к метке. На прошлом поле тоже какой-то... Нет коста. Какой-то Таурен выбежал вперед и положил двоих. Бля, я не понимаю, почему вы не можете в 3D-метках стоять. У вас там край лужи. В лужу еще можно заходить на метр. Она не бьет. Вы, блядь, бегаете метров на 5 дальше. ОКД. И из-за этого проебываете урон. Вот посчитайте, сколько раз вы перебежали больше, чем нужно. И это будет 10% босса. Перекур 2 минуты. Я пойду покурю, блядь. Взял коника, коника запорол. Сейчас бандикам включу. Ну, блядь, три лужи в мили за. Третья лужа была не коника. Коника в ту сторону, как и я, вообще не бегал. Это кто-то другой там разлил. Разлили только за боссом. По одной. От двух адов ничего бы не случилось. Так, блядь, откуда она в мили-зоне взялась, если там стоят только танки? Ну туда пришел кто-то третий, я не ебу кто. Нам получилось так, что со всех сторон трех, блядь, стоят ебучие лужи, блядь, и хуй где потанчишь того босса. Просто нахуя нам с коника бежать вперед, босс, если мы за ним стоим, назад можем отойти, типа. Поставьте джипс. На прошлый раз ставила. Серёж, поставь джинсы, пожалуйста. Спасибо. Тоже поремонтировать желтые уже. Почему у меня такая разница с мягкой резистом? Чуть ли не в два. Я не знаю, почему у тебя такая разница, типа, с мягкой резистом в два раза, блядь. Вообще непонятно. Не всегда удается нормально луч дать, потому что мобы хуй знает, как стоят из-за нашей позиционки. Ну так Фарадаш как-то дает. Ну вот просто если смотреть выбирает. По птичкам. По птичкам у Миши там прям вообще конкретно разница. Типа вообще плюс 4 ляма. Если смотреть по боссу, у Миши там тоже на 2 ляма разница. Не, ну по боссу хотя я еще понимаю, а луч-то почти одинаково у всех. Ну, мне тоже непонятно, почему два фростмаха в жопе, а один нормально, типа, херачит. Ну, может, 300 с ПД, допустим, разница. Ну, почему с ПД? У него шмота даже, блядь, на фроста особо. Я в крит одетый. Я спрашивал, у нас разница в 300 с ПД с тобой. В чем, Миш, смотри, у тебя угодно. Лучом почти 14 лямов нанесен из 19. Ну, 300 СПД решает. Миша, скинь 300 СПД, блядь. Убери 300 СПД. Сейчас посмотрим, решает ли. 300 СПД за 150 в это, в ХП. А где Женек? Последний отчет. Шестое место. Шестое старик, то, что вот ты скинул. Это... А Женек где? Это я по мобам скидывал, да? Но. Сейчас подскажу. А Женек где? Старый шестой, ты седьмая, Женек восьмой. Понятно. По боссу скинул? Короче, этот. Не хватает крополи ДПСа, блядь. Эти крополи ДПСа... По боссу сейчас скажу. Как раз таки в ваших смертях, блядь. Я, короче, что понял, что у Женька по боссу немножко больше. То есть он, скорее всего, по 3 лужи кидает, а мы по 4. Поэтому у него по боссу больше, а у нас по трэшу больше. Знаешь, а не интернет лагает. Ну, может быть.